Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Вот прошел дождик, расцвели ирисы, красавцы. Вот, хочу немножечко показать вам, как я немножко привела в порядок свою заросший цветничок. У меня, конечно, дача начинающая только, скажем. Только недавно все начала сажать. Размножать, так скажем. Вот все учусь, все потихонечку познаю. Вот хочу немножечко показать. Вот такой вот у меня сейчас вот здесь не очень хорошо снять, солнце светит. Вот такой у меня барбарисик красивый, такой желтенький, яркий, солнечный. Красивый барбарисик. Вот. Вот покажу вам немножечко. Забыла, как называются цветочки. Вот мои любимые хосточки. Третий год им. 3 года как начали все сажать. Все у нас пока молодое. Дача находится в деревне, поэтому еще газонную травку мы особо не сеем. Ну, просто вот так вот вдоль дорожки. Такая дорожка вдоль дорожки у меня посажены. Ну, вот камушки я разрисовывала. Посажены вот барбарисик, ирисы. Одни ирисы уже отцвели. Я их уже почистила. Вот это у меня пиончики. Кустики пиончиков. А вот сейчас у меня выросли гибридные хорошие сортовые ирисы. Вот среди них есть такой вот желтенький, ну даже не желтенький, а такой какой-то кремовый. Вот. А тут у меня, ну и вот ирисы. Это у меня тоже молоденький пиончик. В прошлом году посадила. Красненький какой-то. Сорта не помню я. Вот здесь у меня красивые будут скоро бордовые ирисы. Также хосточка у меня в прошлом году посадила. И напротив тоже. Вот здесь вот у меня тоже будет хосточка. Вот пиончики скоро зацветут. Бутончики вот на них уже. На пиончиках. И, боже, коровка. Красота. Вот такая феечка у меня сидит среди цветочков. Красивая цветочная фея. Вот здесь у меня тоже пиончики. Извините, правда, сорта я не помню. Пионов надо будет потом посмотреть. Вот такие вот у меня тоже еще ирисы, которые уже отцвели. Ну и вот здесь вот у меня такой прудик. Прудик. Внутри прудика я положила камушки. Потому что в прошлом году у меня попал сюда ежик и не мог выбраться. Поэтому я для него поставила камушки, чтобы если вдруг он туда попадет водичку, мог выбраться. Вот. Это у меня здесь посажены в прошлом году лилейнички. Они еще молоденькие, еще не разрослись. Вот это у меня цапля и ива ветвистая. И также у меня еще здесь живет черепашка. Красавица черепашка. Такая вот. Всем пока. Если понравилось мой небольшой участочек, новый начинающий, ставьте лайк. Всем пока-пока!